токсический зуб 4-й степени была переходящая уже в базедовую болезнь. Ну, вы, может, кто-то знает, что это какое-то выпученные глаза, это довольно-таки выпученные глаза, и просто такой отвисший зоб. Ну, я лечилась, я с 18 лет лечусь, сейчас мне уже 42, через пару месяцев будет. Я надеюсь, я на них не выгляжу. Я лечусь каждые полгода, я ложилась на месяц в больницу. У меня за спиной 4 реанимации. Из них 3 дня в коме после рода второго ребенка. Ну, мой организм, благодаря моей щитовидке, так реагирует на беременность. И моя подруга испаньят, она лечила своего ребенка, я следила за этим, она мне говорила об этом, и она меня приводила к Ире. И я, Ира правильно говорит, я так свысока сидела, смотри, у меня манера, у меня, я так сижу, вроде бы слушаю, но я тоже, да говорите, а я послушаю, да ради Бога. Послушала, я говорю, испаньят, я говорю, испаньят, я ради тебя пришла, ну оставь меня, пожалуйста, я прослежу, что у тебя получится там с твоим ребенком. Я посмотрю. Действительно, она подняла на ноги свою девочку. У нее девочка была 3,5 года. Она весила 8 килограмм. Это ненормально мало. Об этом я расскажу отдельно. Я начала со своего и буду продолжать. Вот, последив за ней, я, получив, как бы увидев ее результат, я стала принимать себе. Я стала принимать себе. Просто я начала с того, что я стала очищение делать. Очищение, норм, потом следом. Следом я как бы, ну, изучив продукцию немного, я как бы сама себе назначение взяла, не ждала назначения от кого-то, я так думаю, я говорю, на себе проверю то, что я сама для себя увижу. Потом я перешла на Ай, так у меня еще и аллергия. Аллергия была практически на все, она началась на нервной почве, и была на все. Я только пропила продукт 2,5 месяца. Я понимаю, что мне с моим стажем болезни мне надо было хотя бы полгода. У меня пропила жадность. Я потом стала, когда увидела результаты, я стала брать детям. Просто вот мне, я думаю, ну я себе потом. Но даже за эти 2,5 месяца, я вам скажу, ведущий меня врач, она на тот момент, когда она меня только начала вести, она была кандидатом в медицинский науку. Сейчас она уже доктор. Она в шоке. Скажу я вам, она действительно в шоке, потому что нету. Вот я вам могу показать свою шею, но нету. Я знаю, что я за это болею, каждый подруг. Я вижу, что вы это знаете. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.